Наряду с восстановлением территориальной целостности Азербайджана, победа в 44-дневной Отечественной войне ознаменовалась также возвращением истинному владельцу многочисленных древних памятников историко-культурного наследия, уничтожавшихся и разграблявшихся на протяжении почти 30 лет оккупации Карабаха. Охрана данного наследия, его развитие и защита – именно этим целям и была посвящена международная конференция. Несмотря на относительно небольшую площадь Азербайджана, его территория богата объектами исторического и культурного наследия. С момента восстановления независимости Азербайджана одной из главных задач государственной политики страны стали вопросы охраны, сохранения и уважительного отношения к культурному наследию. Мультикультурализм Азербайджана и большие усилия, прилагаемые государством для восстановления исторических сооружений, отметили и иностранные дипломаты. Так, посол Соединенных Штатов в Азербайджане Эрл Литценбергер заявил, что одно из положительных впечатлений от Азербайджана у дипломата связано с уважительным отношением в стране к различным культурам. В свою очередь, посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи подчеркнул наличие у Азербайджана богатого историко-культурного наследия. Азербайджан наделен чрезвычайно богатой и разнообразной культурой, уходящей корнями вглубь веков и представляющей собой квинтэссенцию творческих способностей человека. Таким образом, проведение международной конференции – большое возвращение возрождения культуры, так же, как и активные восстановительные работы, ведущиеся на освобожденных территориях, еще раз свидетельствуют о стремлении Азербайджана к миру и созиданию. Фарид Адилов, Фируз Рагимов, CBC.